Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, в Доме правительства. В рамках торжественной церемонии состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и Московской области. «Я рад приветствовать наших дорогих и уважаемых ветеранов, героев Советского Союза, России, людей с боевыми наградами, которые посвятили свою жизнь служению Отечеству. Желаю всем здоровья, успехов, мирного неба над головой», — сказал губернатор. С 14 февраля на базе детской школы искусств в городе Видное прошел фестиваль патриотической песни «Песни, рожденные сердцем». В фестивале участвовали более 200 человек в возрасте от 6 до 80 лет. Это самодеятельные творческие коллективы и сольные исполнители из учреждений культуры и образования, представляющие все поселения Ленинского муниципального района. Особую атмосферу фестивалю придавали развернутые фойе, выставки и экспозиции. «27 февраля в 16 часов в Центральной детской библиотеке пройдет библиоквест «Бродилки номер один. Опыт первый». В переводе с английского квест – это поиск, вызов, приключение. У всех любителей приключений и интеллектуальных странствий будет возможность пройти отчасти сложный, но интересный маршрут по библиотеке. Получи задание-головоломку и стань главным героем одной из книжных историй. Дворец спорта «Видное» сообщает, что каток на стадионе «Металлург» возобновляет свою работу до ближайшего потепления. Состояние льда не идеальное, в связи с чем администрация учреждения просит быть внимательными.